Анонс и точь дата выхода пятой и шестой серии нового сериала «Хрустальный». Пятая и шестая серии сериала выйдут на Первом канале 6 февраля. Пятая серия. Сергей все время вспоминает свое прошлое, все свои детские обиды и травмы. Это очень сильно мешает в его работе. Он злоупотребляет алкоголем. Витя пытается рассказать взрослым о своей встрече с маньяком, но его слова не особо помогли следствию. Шестая серия. Сергей пытается переосмыслить свое прошлое. Он вспоминает ссоры родителей и их развод. Рассказывает психологу, которая предложила помощь, о секретах своего детства. Параллельно вместе с командой Сергей ищет потенциального маньяка. Напомним, пятая и шестая серии сериала выйдут на Первом канале 6 февраля. Если вам нравятся сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.